Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам выкроечку, которую я делала по готовому платью. Это было давно. Того платья у меня в наличии сейчас нет, чтобы вам показать. Но вот как сделать такую выкроечку и как это платье будет выглядеть, сейчас вам покажу. Это летнее платье. На тоненьких бретелях, значит, с полочки верхней части вот эта деталька присобирается, и с правой части идет в левый бок, и здесь вот присобирается красиво. Ну а с этой стороны идет в обратную сторону и вшивается вот сюда. Так, рассказываю, как было дело. Значит, то платье было трикотажное. Оно было небольшого размера, совершенно без выточки. Ну, я считаю, это можно, но если больший размер, то выточка, конечно, должна быть. Значит, если трикотажное платье, повторюсь, без выточки, без всякой вот этой кокетки. Но я немножко люблю усложнять. Вот, допустим, выточка с плеча, да, базовая. Основа. Здесь закрываем, здесь разрезаем. Можно сделать под грудочкой. Или оформить здесь выточку, или присобрать. Так, выкроечка это на 46 размер. Вот порассказываю вам. Значит, высота по центру полочки 38 сантиметров. Так. Здесь от линии проймы 6 сантиметров. Ну, здесь у меня уже написано от центра сюда 20,5. Ну, а здесь 20. Получается пол сантиметрика. Ну, можно сантиметр прибавить, чтобы вот эти складочки красиво ложились на грудь. Так, здесь, если по прямой. Ну, вот 24,5. Здесь 25,5. Да, по сантиметрику прибавляйте в сторону от центральной линии полочки. Так, здесь 23,5. И здесь прибавили 2 сантиметра. Нашелся у меня такой, ну не ткань, а какая-то старая блузка, трикотажная. Вот на этой блузочке я, пожалуй, все это дело изображу. Правда, вот здесь вот есть шов ненужный. Но я надеюсь, из-за того, что ткань трикотажная, не будет слишком там топорщиться. Это у нас боковой, это у нас центральный срез на полочке. Здесь присобираем. И пришиваем к нижней части. Также и здесь. Так, кокеточку я присобрала. Эту часть присобрала. Примерно раза в 3 уменьшила ее. Ну и эту сейчас присоберем. Обработку сегодня показывать не буду. Ну, во-первых, у меня машинка не шьет трикотаж. А вот вручную понаживляю, на манеке наденем. Ну вот захотелось мне показать такой красивый крой. Thank you.
Теперь эту сторону пришиваем в противоположную сторону в боковой шов. Эту часть полочки пришиваем к этому боковому шву. Так, полочка наша готова. Ну и теперь выкраиваю спиночку. Вот такая маленькая. Вот у нас линия проймы. Ну, на пару сантиметров ниже. Чтобы можно было все это продемонстрировать на манекене. Так, полочка лицевая, спинка лицевая. Складываю и сшиваю. Так, осталось пришить бретели. Вот у нас проймочка. Изгиб вот сюда буду и пришивать. Ну а по спиночке сантиметров 8 от центра. Так, лиф к примерочке готов. Будем одевать на манекен. Повторюсь, обработку я не делала. Это не цель сегодняшнего видео, а цель показать вот такой интересный крой для стройненькой молоденькой девочки. Вот эта кокетка для тех, кто хочет увеличить объем груди визуально. А если такой цели у вас нет, то эту кокеточку можно и не делать. Вот эти вот присборочки уже смотрятся красиво на грудочке и уже как бы увеличивают грудочку. Ну а как обработать, здесь уже сами девочки решайте. У кого есть распушивалка, подвернули на распушивалочке, все это обработали. У кого нет, можно косой беечкой обработать. Ну а я повторюсь, что сегодня только вот показала вам такую вот выкройку, которая у меня залежалась, а надо вам показать, потому что она красивая. Вот такой лиф у нас получился. Надеюсь, мое видео вам пригодится. До свидания, всего доброго!